Десятиклассница Покачей Асиль Гаджалиева мечтает лечить людей. Со специальностью пока не определилась, но уже сейчас решила поближе познакомиться с работой врачей. Для этого девушка поступила в профильный медицинский класс. Он в этом году открылся на базе второй школы. Изначально я вообще не планировала идти в медицинский, то есть я планировала на юридическое направление и уйти с 9 класса. Но в итоге что-то такое мелькнуло в конце 9 класса у меня в голове, что вдруг мне так захотелось стать врачом. Врачом изначально я думала стать стоматологом, но их сейчас достаточно много, и поэтому уже немножко другое направление, но также в медицине. О карьере врача мечтает одноклассник Асиль Вадим Ахметов. Смотрел сериал один, там была эта тема, мне понравилась. Потом еще почитал книги, пару видео на ютубе. Меня затянуло, я решил пойти в мед. Хотелось бы в фармацевтику пойти, либо на хирурга. Вот такие два варианта. Это первый набор учеников медицинского профиля в группе 12 человек. Базовые предметы они изучают вместе с другими десятиклассниками, а вот профильные, такие как биология и химия, по специальной программе. С точки зрения химии ребята будут изучать курс неких основ фармацевтики. То есть они поймут, какое вот медико-биологическое значение несут некоторые вещества, то есть как лекарственные препараты. В программе предусмотрено, что профильные занятия также будут проводить врачи Покачевской городской больницы. Есть договоренности о том, что ребята придут в учреждение здравоохранения на практику. Врачи будут приглашаться для проведения лекций, а также занятий определенных элективных курсов, что немаловажно. И ученики прочувствуют заранее, что значит работать в больнице. Поэтому будут выбирать направление, которое им будет интересно. Педиатрия, возможно, стоматология или хирургия. А далее у нас заключено соглашение с медицинским институтом города Сургута. Преподаватели Сургута будут проводить занятия с покачевскими школьниками по видеосвязи. Все это позволит подготовить учеников к поступлению в медицинские вузы. Алена Валей, Дмитрий Огородников, телекомпания «Ракурс», город Покачи, специально для телеканала «Югра».